помнишь мистера Рота? Что потом он замышляет? Потом поживку пропустим. Ноги болят страшно. Учти, я за тебя залог вносить не собираюсь. Это Доминик? Да, кто это? Хайман Рот. Встречались на Кубе. Не помнишь? Конечно. Мистер Рот, как дела? Неплохо. А ты, говорят, стал большим человеком в Нью-Йорке. Спасибо. Доминик, сразу к делу. Есть для тебя работа во Флориде. Надо поговорить лично. Фреда тоже здесь. Он тебя встретит в аэропорту. Только осторожно. Курить хочу. Поделишься? В другой раз. Ты бьешь, я держу. Никогда не был во Флориде. Будет очень забавно. Знаешь, где аэропорт? Да, профессор. Я знаю, где это. Постарайся довести нас живыми, а? Почему каждый раз, как мы идем в бар, на нас виснут эти старые шлюхи? Помоложе никого нет. В смысле, я-то молодой? Валим отсюда. Берете билет? Приятного полета, сэр. Пардон. Доминик! Фредо! Ты бы видел, какие красотки на пляже. Да? О, да. Тебе понравится Флорида. Давай помогу. Пошли. Так Кармина Розата, он... Он больше не будет нам мешать. Это семья Тони. Эй, куда прешь? Расслабься. Тут все ездят как попало. Слушай, банда Тони — это мелочи. Не из-за них мистер Рот тебя вызвал. Он говорил о семье. Да, клан Гранадос. У них же эта война еще с Кубы. Чем занимаются? Оружие, девки, все, с чего они могут урвать пару баксов. Их босс, старик Рико, тот еще фрукт. Сделал бабки на строительстве. Думаю, под каждым его домом замурована пара трупов. Но у него есть связи на самом верху. Точно? Поэтому мистер Рот тебя и вызвал. Ок. Надеюсь, мы договоримся с мистером Ротом. Ты знаешь, где я? Фредо мне нравится. Да, он знает все злачные места Флориды. Если хочешь снять девочку, обращайся к нему. Я слышал, что мистер Рот как-то устроил договорной чемпионат по бейсболу. Не потому что хотел денег, просто из интереса. А кто начал-то? Пятидесятые. Хорошее будет десятилетие. Вот и надежда. Я скоро туда доберусь.
Мистер Рот, как поживаете? Мы с вами не виделись с... Не на Кубе. Я слышал, ты в порядке. Жалко Альда. Он был хорошим парнем. Спасибо. Он был хорошим боссом. Друзья говорят, ты хороший босс. Даже очень хороший. Который знает, как делать дело. Ведет в бой. Знает, как уничтожить целую семью. Это Кармина Розато. Я имею в виду Гранадос, мерзавцы. И особенно Рико, их босс. У него есть связи в городе, и он возомнил себя большой шишкой. Он не уважает правила ведения бизнеса. И почему вы их не прижмете? Потому что они похитили одного из моих людей. Доминик, у меня связаны руки. Они следят за мной, но не следят за тобой. Спаси его, Доминик, и я смогу убедиться, что о тебе сказали правду, и что я в тебе не ошибся. Эти похитители не знают, с кем связались. Вон отсюда, ублюдок! Бежим! Если Гранадос сберут заложников, они серьезно настроены. Я не хочу рисковать. Как только увидишь этих типов, мочи их. Мы не одни. Прикройте! Дерись! Я вижу еще гадость! Ну, Доминик, это не твой уровень! Что, трудно дышать? Вали его! Давай, я еще не разогрелся! Мало тебе? Ублюдок, сейчас получишь! Поймал свинец? Будет им урок. Назад, сволочь. Приготовьтесь. Лучше я побью, чем кто-то другой подстрелит. Стреляй. Надеюсь, утром ты попрощался со своей семьей. Босс, где вы? Ты в порядке? Да. Эти парни угрожали закатать меня в бетон, чтобы отправить роту послание. Так не пойдет. Они пронюхали, что я собираю данные об их бизнесе. Ребята завозят автоматы во Флориду. Лучшие модели. С ними весь город будет у тебя в руках.
такого в мини-юбках, я не понимаю. Да? Это Хайман Рот. Мистер Рот. Стоит сообщить мистеру Роту, что его человек жив. Да, знаю. Спасибо. Слушай, рядом с моим домом есть местечко. Давай встретимся там. Хочу тебе кое-что передать. Нам понадобятся еще люди, Доминик. Знаю. Надо нанять кого-нибудь. Семье нужна свежая кровь. Привет. Что ты думаешь? И о чем же? Что? Тогда ладно. Не хочу портить сюрприз. Поговори с мистером Ротом. Ваш человек жив, мистер Рот. Правда, его слегка поцарапали. Бывало и хуже, поверь мне. В знак моей благодарности прими этот дом. Это было мое конспиративное логово во времена сухого закона. Спасибо. Большое спасибо. Что, еще в то время? Стало быть, историческое место. Может быть, в подвале до сих пор можно найти бочонки рома. Но, Доминик, я хотел поговорить совсем не о доме. Я хотел рассказать тебе о других вещах. Ты, как никто, должен знать, что семье нужен капо. Выбери одного из своих проверенных ребят и назначь его капо режима. Власть сделает его сильнее. Он научится управлять людьми. Это важно, Доминик. Потому что Гранадос и Тони Розата попытаются тебя достать. И ты должен быть к этому готов. Мы встречаемся с мистером Ротом в каких-то клоповниках. Что это за миллионер? А тут неплохо, а? Я предпочел бы свой номер в отеле, но, как говорится, нищие не выбирают. Все вокруг говорят, что у Рика Гранадоса обширные связи. У него друзья на самом верху. Что ты знаешь об этом? Да, мэр, начальник полиции, большие начальники из профсоюзов, они все в руках у Рика. Но если ты сделаешь им одолжение, они сделают что-то полезное и для тебя. Так что посети их с дружеским визитом. Только представь себе, Фреда. Если я изведу Гранадос, то отхвачу такие деньги, это все равно, что ограбить Форт Нокс. Гранадос не разбегутся, если ты крикнешь им «Бу!». Надо заручиться поддержкой влиятельных лиц. Например, у тебя есть знакомые торговцы оружием. Или кто-то из копов случайно не заметит улику. Черт, даже кто-нибудь из ФБР вполне может помочь. Босс, не забудь, команде нужен новый человек. Должно быть где-то здесь. Гранадос не похожи на братьев Розата. У них есть организации и связи. В делах с ними нужно продумывать каждый шаг. Хорош.
хороший выбор. Мне нравится новый Капо. Дал в зубы, получил скидку. Покажем недоумкам Гранадос, как в Нью-Йорке делать дела. Ну ты даешь. Тоже мне генерал Паттон. Срывай! А ну назад! Отличное место для бомбы, шеф. Вот он! Ты что, самоубийца? Что у тебя еще есть? Отпускай! У нас бандит еще в угол загнали. Показала сиськи на экране. Как же можно? Как тебе расклад? Какая трагедия? Не надо, прошу. Нет, нет, нет! Ствол! Рассредоточиться! Взрывай! Похоже на слабое место, босс. Прошу, не меня. Эти на разговоры... Скажи, если... Не верю я в них. Он вооружен! Прикрой меня!
ничего не имею против политиков, но... Бежим! Открой-ка окно! Полиция! Убери ствол! Прости! Это же не очень дорогая вещь! Кто-то все вычистит, когда ты стохнешь! Смотри, снайпер! Берегись, у них тут снайпер! Рассеется! Договорились? На, получи! Самоубийца. Скорее, черт! Всех твоих операций. Уяснил? Можешь забирать себе точку, только отстань от меня. Перебрал. Молодец.
Слушай, тут нам обоим места хватит. Нас атакуют. Хотят вернуть свою территорию. Санта Мария! Давай, рысь, все, все. Надеюсь, ты застрахован, урод! Вот он! Остановься! Пойдет тебе между глаз. Гранадос не похожи на братьев Розата. У них есть организация и... Давай, Дом. Шку. Подонок. Черт, отступаем! Иди.
Не стреляй! Не надо! Хватит, я сдаюсь. Теперь это моя территория. Если хочешь делать деньги, будешь иметь дело со мной. Понял? Ладно, бизнес твой, только постарайся не облажаться. Этот бизнес — только кусочек мозаики. Скоро весь город будет наш. Здесь отличное место для бомбы. Давай, давай, отбирай его! Клянусь, еще раз на ногу наступишь, будут у тебя проблемы. Один поворот и... Теперь нам нужно защитить новый бизнес. Еще один. Не твой. У него пушка. Пока еще ничего не кончено. Скорее, он вооружен. Куда? Сколько это?
подобрал комбинацию, босс. Ломай! Боже! Я просто нажму на курок. Потерпи, остался последний тумблер. Отлично. Прошу, убери пупы от дела. Не надо! Думаешь, можешь зарабатывать у меня под носом и не делиться? Большая ошибка. Давай деньги. Прекрасно. Нужно это место? Оно твое. Доминик, ты один стоишь целый? Это ценный бизнес. Нельзя его потерять. Вот и план! Смертные пожелания будут? Ствол! Он все еще тут, черт. Есть. Очень близко. Еще одна боль, и тебя не ранили. Чистит, когда ты сдохнешь. Может, поговорим? Он там! Договорились? Черт, сорвалось! Бежим! Вижу все. Хватит, я сдаюсь! Посмотри на себя. Тебе одному это место не удержать. Только со мной и моими людьми. Ясно? Все. Нужно тебе это место. Бери.
последний вызов к директору. И куда мы сейчас? Потом. Еще не дай ему уйти. Отличное приобретение. Эти кретины не понимают, что в меня. Ради всего святого, не это! Не оставляй это на меня! Хватит! Я заплачу! Ты же не хочешь, чтобы с твоим магазином что-то случилось? Или с твоим милым личиком? Тебе нужна крыша, ясно? Согласна, согласна. Только прошу, отстаньте. Хватит возникать! Я еще только... Дом! Давай в укрытие! Поймай путь! Думаю, его можно открыть. Ломай! Чуть не перебрал. Командуй, Доминик! Я с тобой до конца. Я тут все разнесу. Можно хорошо заработать, если что-то умеешь. Твоей семье нужен боец? Я не подведу. Я умен, хорош в драке, умею держать язык за зубами. Правда. Еще что рассказать о себе? Итак, что ты можешь предложить? Я знаю и люблю огонь. То, что для копов поджог, я зову контролируемым горением. Мне в семью? Стать бойцом, да? Крутым, да? Ты серьезно? Ты не шутишь? Как там говорят в реальном мире? Ты принят? Этот салага умеет только болтать? Давай, отбирай его! Самоубийца! Вперед! Хозяина нашли! Снайпер, в укрытие!
прицел. Я подобрал комбинацию, босс. Сюда! Один поворот и... Окей. Прикрой меня! На тебя! Боже мой! Он мой, он мой! Она! Под... Мужик, убери пушку. Убери ствол, придурок! Фу, ну и вонь. Чего это, не знаешь? Клёво. Доминик, они пьют по нашим заведениям.
Еще обойма. Я посмотрю там. Убери пушку. Осторожно. Там снайпер. Прикрой меня. Бел, ты хочешь сохранить свою лавку? Поправишься. Держись, я здесь. Сейчас получу. Так легко. Я не сдамся. Он хороший парень. Уйдите с дороги, оба. Эй, ты! Я все видела. Ужас какой! Что творится? Огонь! Почему я не вожу машину? Не верю, что мы лишились такого места. Надеюсь, парни скоро выпишут.
Бери пушку. Стой! Надеюсь, ты застрахован, урод! Ты что, самоубийца? Смотри, вон там кто-то! Укрытие! Договорились? Не стреляй! Я просто нажму на курок. Пощадите меня. Не стреляй! Я не буду ничего делать. Убери пушку. Прошу, нет. Не наставляй эту дуру на меня. Сказал же, я заплачу. Пощадите меня. И где меня теперь твои друзья, а? Они не защитили тебя. Так почему ты не хочешь работать со мной, а? Прекрасно. Тебе нужно это место, оно твое. Хороший бизнес, Домин. Не упускай его. Ты пытаешься перебить всех в одиночку? Сейчас получишь.
парень. Сейчас копы на хвост сядут. Там еще один! Смотри, куда едешь! Бей меня! Вроде хвоста. Бежим! Вон там! Следующую влеплю тебе между глаз. Туда. Иду я, иду. Я его достану. Никто тебе не страшен, никто.
стоило. Убери пушку, ты. Пистолет. Стреляй, ты что, самоубийца? Не бей меня. Нет, не стреляй! Я ничего не делаю! Убери пушку, прошу! Хорошо, я заплачу! Думай о хорошем. Ты смотри, кто тут у нас. Предсмертные пожелания чуть не перебрал. Так вот, я ставлю тебя во главе предприятия, но теперь ты будешь работать на меня. Я понятно выражаюсь? Хорошо, бизнес твой. Только отстань, окей? Да, я слушаю. Это Хайман Рот. А, мистер Рот, hello. Ну, зачем так официально, Доминик? Слушай, когда будет время, заскочи ко мне. Надо кое-что обсудить. Новая монополия, босс? Отличное приобретение. Эти кретины не понимают, что потеряли. Угостить вас эспрессо? Закурить не найдется. Осторожней с наркотой, Доминик. Это бешеные бабки, но и копы за них сажают надолго. В чем, думаешь, игра мистера Рота? Он похож на старого пердуна, но на покой пока что не собирается. И не думает. Не знаю. Роту всегда нравилась Куба. К этой стране он питает слабость. Туда смотри! Диос ми. Оружие! Какой похмелье! Мы не одни. Вот он, глав. Вот здесь. Нельзя, чтобы он услышал. Нет, не стреляй!
Не целься в меня! Не надо! Я заплачу! На участок! Я его нашел! Давайте наручники его! Убери пистолет! Думаешь, можешь зарабатывать у меня под носом и не делиться? Большая ошибка! Давай деньги! Ладно, бизнес твой. Только постарайся не пропукать все, Каврон. Еще один. Эй, ты... Брось его, Каврон! Будет им урок. На нас напали. Все скоро кончится. Не поговоришь с мистером Ротом? У него могут быть какие-то новости. Не стреляй! Человек в космосе, а?
Слушайте меня! Здесь полиция. Черт, вот долбанулись. Зятя точно такая же машина. Готов! Иисус! Впервые вижу, чтоб столько парней полегло. Какой счет? Ничья. Всегда слушаю спортивные репортажи после обеда. Обожаю бейсбол с тех пор, когда Арнольд Ротштейн купил чемпионат 19-го года. И наверняка разозлил кучу народу. И куча народа на этом обогатилась. Как говорится, не пойман, не вор. Бизнес есть бизнес. Точно так же, как и в спорте. Вкладывай в будущее, Доминик. Расширяй семью. Возьми еще одного бойца. Тебе потребуются люди, чтобы отбиваться от Гранадос. Члены семьи должны уметь защищать бизнес, даже когда тебя рядом нет. Тут как в футболе. Иногда лучшие нападения – это хорошая защита. Надо поспрашивать, есть ли желающие вступить в семью. Как думаешь, босс бабок подкинет? Если не хочешь потерять свой бизнес, нужно нанять охрану. Так езжай туда сам и все.
Мне некогда. Надо подумать, что делать.